Всем привет! Сегодня еще раз хочу вернуться к такой теме, как сигнализаторы поклевок, а именно покажу один вариант, который вы, скорее всего, еще даже не видели. Точнее, он один раз у меня на видео засветился, когда проходил испытание. Сразу хочу сказать, что изобретение это не мое, а такой сигнализатор поклевки придумал мой друг и частый коллега по рыбалке. Этот сигнализатор у нас прошел уже всяческие всевозможные испытания и очень себя хорошо зарекомендовал. Ну что, приступим к изготовлению. Мне потребуется какой-нибудь жесткий хомутик, либо щетинка от метелки, либо какой-нибудь хомут от какой-нибудь бытовой техники. Вот это вот у меня хомут от стиральной машинки. В общем, что-то нужно такое вот пружинистое. Также потребуется кусочек изоленты, либо крокодильчик, либо кусочек плотной резины. В общем, то, что можно будет закрепить на леске. Ну и, соответственно, сама стоечка для удилища или спиннинга. Я буду использовать крокодильчик, цена такого вот у нас в магазине около 3 или 5 рублей. Чтобы его было удобно цеплять на леску, сразу же одену кембрик, ну, либо изоляцию от провода. Это еще делается для того, чтобы не повредить леску, потому что зубчики здесь острые, а так он будет уже очень хорошо цепляться и также очень хорошо соскальзывать. Вот это вот у меня хомут от старой стиральной машины. Оставил вот такой вот небольшой бортик, чтобы он не соскальзывал со стоечки. Дальше произвольно отрезаю ту длину, которая мне нужна. Все это делается на глаз. Вот такой вот кусочек получился приблизительно 30 сантиметров. Теперь к ровной части нужно закрепить вот этот крокодильчик. Немного расширил и затем при помощи плоскогубцев нужно расплющить, чтобы вот так вот у нас он входил. То есть обратите внимание, что крокодильчик должен цепляться, вот эти вот зубчики должны выходить на ровную вот эту часть, не на узкую, а на широкую. Вот таким вот образом вставили, затем с помощью либо изоленты, либо термоусадки можно это дело зафиксировать, чтобы он больше отсюда не соскальзывал. Вставили, плотненько обжали, и потом можно либо замотать, либо, как я, зафиксировать с помощью термоусадочки. Вот что у меня получилось. Практически сигнализатор готов. Осталось его зафиксировать непосредственно на самой стоечке. Я это сделаю с помощью изоленты. Также это можно сделать или хомутиками. Ну, кому как нравится, в общем. Ну вот и все, друзья. Сигнализатор практически готов. При транспортировке он никак не будет мешаться вашей стоечке. В сложенном состоянии это будет выглядеть вот так. Положили, ничего нигде не мешается, не болтается. Ну а теперь покажу принцип его действия. Вот, к примеру, вы на рыбалке пришли, воткнули стоечку, забросили удилище, цепляете вот сюда вот колокольчик, а крокодильчиком цепляете за леску. При поклевке, если рыба тянет к берегу, соответственно, выпрямляется вот эта вот штуковина, если идет поклевка от берега. Соответственно, тоже идет поклевочка. Подбегаете, подсекаете и спокойно вываживаете рыбу. То есть, соответственно, колокольчик у вас не потеряется, никуда не улетит. Достали, перезабросили. Опять зацепили. Вот такая вот нехитрая оригинальная конструкция. Причем испытана нами уже не один раз. Отлично себя зарекомендовала. Ну а на этом у меня все. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Обязательно пишите что-нибудь в комментариях. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.